Благоустройство парка воинов-интернационалистов исходило из пожеланий горожан, потому что только брещане знают, чего на самом деле не хватало этому живописному месту, а коммунальным службам оставалось только прислушиваться и решать насущные вопросы. И несмотря на то, что завершился лишь основной этап работы, парк уже не узнать. Старые разбитые тротуарные дорожки заменили на новые, поставили лавочки, а также обновили сцену. Работы в парке воинов начались в апреле месяце. Они велись по нескольким направлениям. Первое – это то, что происходил демонтаж старого асфальтного покрытия по дорожкам пешеходным и устройство новых дорожек из мелкоштучной плитки. При этом часть дорожек сделана из новой плитки, а две дорожки сделаны из бэушной плитки, которая в этом же парке лежала, просто она была поднята, очищена, уложены борты и заново уложена эта плитка. Второе направление, то, что делалось, это ремонт сцены, полностью капитальный ремонт сцены. Третье направление, это связано было с удалением аварийных деревьев и удалением порослей. Здесь работа велась как силами жилищно-коммунального хозяйства. Также было подготовлено решение Брестского горисполкома, и за 25 организациями района были закреплены, скажем, территории для удаления порослей. Также в парке появились площадки для объектов торговли. Благодаря спонсорской помощи установили 4 спортивные площадки. В общем, работа проделана огромная. И открытие такого живописного места в государственный праздник День независимости – это двойной подарок жителям Бреста и Московского района. На самом деле это очень удобно, потому что все родители приходят с детьми именно на самокатах, на велосипедах, то раньше было очень много грязи не проехать, а сейчас очень удобно, что можно спокойно проехать, и ты знаешь, что твой ребенок не вымажется. Конечно, не сравнить то, что было раньше и сейчас, потому что воздух прекрасный, сосновый лес, это вообще красота. Мы тут дышим легко, но тут недалеко живу, мы часто с детьми ходили, очень много белочек, а сейчас прямо, ну, были асфальт такой, ямки, неудобно, а сейчас шикарно, шикарно. В Московском районе праздник ко Дню независимости состоялся уже в обновленном парке воинов-интернационалистов. На сцене театра эстрады прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов и награждение причастных к реконструкции одного из любимых мест для отдыха брещан. Главный праздник государственности Беларуси – это День созидания и развития. У нашего города и области значительный потенциал для процветания, а все потому, что честно работаем на благо своей страны.